Еще одно сезонное явление, и оно тоже не стихает, а только набирает обороты, это количество аварий с участием детей и подростков. Причем в большинстве ДТП несовершеннолетние находились за рулем мотоциклов и скутеров. Только за последние сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклистов-подростков. В первом случае в Шельховском районе 17-летний парень не справился с управлением и врезался в дерево. Подросток скончался в больнице. Его ровесник уже в Усольском районе не поделил дорогу с машиной. Он и его 18-летний пассажир погибли на месте. А вот в Аларском районе юноша после столкновения с авто выжил, но получил тяжелые травмы. В полиции отмечают, что число пострадавших в подобных инцидентах растет. С начала мотосезона в этом году в Иркутской области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в результате которых 76 детей травмировались и 4 погибли. Управление мототранспортными средствами подразумевает под собой качественное обучение в автошколе, получение водительского удостоверения и навыков вождения, а также покупку защитной экипировки.